понял. Молодец. С его лица не сходит улыбка, хотя, кажется, на эмоции уже не осталось сил. Рустам Набиев – первый человек на планете, который смог покорить одно из главных вершин мира – гору Манаслу. Многие скептически относились, и ни один профессиональный альпинист не верил, что это возможно. Восхождение на высоту более 8000 метров над уровнем моря. Штурмуя вершину, Рустам прошел на руках 35 километров через ледопады, сугробы и горные расщелины. А еще прохождение через так называемую зону смерти, где из-за низкой концентрации кислорода дышать без защитной маски невозможно. 52 часа пути, около 105 тысяч ударов ледорубами. За время экспедиции Рустам Набиев похудел на 12 килограммов. Реально очень плечи износились, и на штурме, вот на последнем отрезке, они просто не шли, и приходилось много обезболивающего принимать, чтобы просто дойти и спуститься обратно. Все это время за него переживала жена и двое дочерей. Это не первая экспедиция параальпиниста. Ранее ему покорился Эльбрус. Первый раз так надолго отпустила, он уехал. Вот. Очень сильно скучали. Все вместе. И детки сильно скучали. Впереди у Рустама Набиева отпуск, который он планирует провести дома с семьей. И работа над заявкой в книгу рекордов Гиннесса. Со своими будущими планами Рустам Набиев, по его словам, еще не определился. Вполне возможно, что следующей покоренной вершиной станет уже Эверест. По крайней мере, такое предложение ему уже поступило.